12 февраля свой 95-летний юбилей отметил Василий Яковлевич Троян из села Натырбово. По уже сложившейся доброй традиции именинника с круглой датой поздравили глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. С теплыми пожеланиями они обратились к участнику Великой Отечественной войны. С днем рождения вас, здоровья, счастья. Тут поздравления от главы республики с самыми искренними теплыми пожеланиями. Небольшой подарок от нас. Ну, дай Бог, чтобы у нас была возможность, чтобы мы вам 9 мая еще пришли, поздравили 100 лет жизни и больше. Василий Олегович, от души, с днем рождения. Это вам вот цветочки, это поздравление. Поздравление от Владимира Владимировича Путина вам. Москва, Кремль. В 1943 году Василия Яковлевича забрали на фронт. Судьба была не очень благосклонна к молодому солдату. Василий Яковлевич, расскажите нам, пожалуйста, про военные годы. Служить я начал, когда призвали под ее танку дивизион. Это ПТР, длинное ружье такое. Вот. И сразу бросили меня по Танро. Был я там по Танро, и потом аж куда-то ворошилось, что ли, вот там где-то меня тоже ранило. Я в госпиталь попал, и потом уже догнал уже их аж в Крыму. Не в Крыму, а под Крымом. Там есть переправа, такой перевал, Крым, перевал. А там я был, там уже был я не противотанковый, а там был уже в стрелковом батальоне, был пулеметчиком. В Крыму уже меня ранило второй раз. Между на Севастополь мы шли освобождать и ему помогать морякам. Вот в Праге кончилась война. В Праге мы были. Объявили конец войны. Вот и все и рассказ. Вот уже 5 лет ветеран живет в селе Натырбово в семье своей дочери Любы. Родился он в Ростовской области, Азовский район, село Пешково. Он мест, можно сказать, кубанский. И мама там, они поженились. И в армию ушел, ему исполнилось 18 лет, и он ушел в армию, это 43-й год. Вот, вот он ему 9 февраля исполнилось, ну по паспорту 12, а на самом деле это 9. Вот сегодня ему исполнилось, но завтра его военкомат забирает уже в армию. И он первое ранение получил под Крымом, лежал. У него 2 ранения, осколочное и пулевое. Но потом после армии он сразу пошел служить, потому что его год как раз призывался в армию. Вот он. А после армии, когда он пришел, вот поженились, с мамой тоже поженились. Они сегодня поженились, на завтра на Сахалин, как раз шла вербовка, вот Сахалин тогда, на работу на Сахалин. И они завтра на следующий день уехали на Сахалин. Вот на Сахалине уже родилась я. Мой брат родился. Он вначале занимался на Сахалин, приехал в город Холмск, это портовый город на Сахалине, рыболовецкие сейнера. По словам дочери, юбиляр – выходец из семьи долгожителей. Хочется пожелать имениннику крепкого здоровья и долгих лет жизни. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.